Евангелие от Луки, 23 глава, 23 стих. «Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят. Да будет распят, так они решили, и смертный был подписан приговор. О мой Спаситель, как они спешили отдать тебя на муки и позор! Как громко над тобой они смеялись! Они тебя считали за врага, и грешными руками прикасались, они тебя раздели до нога. Они в лицо твое плевать посмели, они дерзнули бить тебя бичом, и счета ранам не было на теле, когда под крест подставил ты плечо». Добились разрешения Пилата, есть приговор, и можно убивать. И на кресте ты поднят был распятием, а мир не перестал существовать. Казалось, что ты Сыном Божьим не был, осталась ненаказанная толпа. А мне хотелось, чтоб разверзлось небо, чтоб на толпу огонь с небес упал, чтобы земля под ними расступилась и распинавших поглотить могла. О, я не знала, что такое милость, что так нельзя бороться против зла, а ты висел между землей и небом. Ты, Иисус, людей не проклинал, с моим безумием согласен не был и никому плохого не желал. Возмездие виновным сердце хочет. О, накажи их, Боже, накажи! Но слышу голос: прости им, Отче, Господь, другое грешникам скажи. О, посмотри, что сделали с тобою, но Иисус другого не сказал. Он распят был, и он дышал любовью. Я опускаю перед ним глаза. Мне стыдно. Разве я не виновата? Как смех распинавших осуждать, как смею распинавших осуждать, ведь крест и за мои грехи расплата, и для меня прощенье благодать. Прости, Отче, шепот крика громче, и сердце плавится от этих слов. О, это обо мне! Прости, Отче, так говорит любовь. Слава Богу!